Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть черепашки ниндзя легенды. Так, награда за Лигу Сёгунов. 2 звезды. Так, в магазине откроем быстренько колоду. Так, выпадает нам пиццелицей, судя по всему. Так, награду забрали. И пойдем, пройдем быстренько серию испытаний. Вот сюда вот. Ну, я возьму, наверное, Армагона. Кожеголового возьмем Кренга, Усаги и пускай будет Ванька. Ну что, они быстренько сейчас разберутся с этими черепашками. Тут у нас главное, что одна волна всего лишь. Ну что, поехали. Давай сделаем массовую атаку. Я думал, может быть, поодиночке их расписать, но передумал в последнюю секунду и решил все-таки всех наказывать сразу же. Так, упал, да? Давай сюда, наверное, укусик сделаем. Плюс ракеты. Ну и, наверное, этого достаточно. Тут от постепенного урона, я думаю, отдуплится. Нет, его кожеголовый подобьет. Ну что ж, так даже будет проще. Ну, главное, мы прошли серию испытаний. И двигаемся дальше. Поднять уровень персонажа, ну, это вряд ли мы сейчас сможем сделать. А вот сразиться в сложных боях, это нам нужно делать для кроликов. Так, смотрим. Геймпады, поехали. Геймпадов нужно 3 штуки. Так, а нам выпадает, как всегда, джойстик. Ну, джойстик мне особо-то и не нужен. Вот геймпад и последний. Давай, последний геймпад нашли. Все. Оу, тихо, какой последний, нам еще 2 нужно. Что-то я маленько попутал там. Все, вот теперь точно все. И дальше нам нужно найти 14 наушников. Ну, понятно, что сейчас я их все найти не смогу. Элементарно не хватит у меня пиццы. Да и как бы мне просто нужно было выполнить задание, которое я, в принципе, уже и сделал. Поэтому забираем здесь награды. Поднять уровень персонажа я сейчас не смогу. Дальше мы бежим на поле боя, испытание, классическая бойня. И начинаем фармить, что? Конечно же, наши жетоны. И, возможно, Пит сейчас у нас перейдет. Так, 530, да, нужно? 530 надо нам с тобой жетонов получить. И после этого Пит у нас перейдет на фулл звезды. Так, еще буквально 70 жетонов. Так, и последний. Ну что, на Пита мы накопили. Теперь давай уже тогда добьем полностью здесь весь сыр, чтобы он нам, как говорится, не мозолил глаза и не отвлекал. Так, последний сыр. Все, потратили. Ну что, ребята, идем в магазин. Предметы и Пит. Ну да, да, все нормально, купили. Теперь, блин, 10 тысяч мутагена. Ну что же, раз нам нужно 10 тысяч мутагена, пойдем тогда зарабатывать его. Лига самураев 3 звезды. Вот, ребят, вот как не старайся, да, сохраниться в Лиге Сёгунов. Я буквально вот проходил, когда? Вчера. И меня уже скинули. То есть практически невозможно сохраниться в Лиге Сёгунов, как бы ты ни старался. Это единственное, что через 8 часов играть. Да и то вряд ли получится. Что-то я не то сделал, кстати. Хотя, смотри, неплохо, ребята. Он ускоряет команду, плюс вешает хил. Это Шредер молодец, кстати. Так, а нам надо, знаешь что? Нам надо Маузера, муху. Муху нам нужно звездануть. Она успеет хильнуть. Она успела хильнуть, и это плохо. У меня команда вроде по уровню, ребята, намного выше, чем враг, но намного слабее. Так, хорош. Минус Донни. И минус плешивая муха. Все, ребята,
Очень даже великолепненько получилось. Ну что, я попробую сегодня до Лиги Сёгунов 3 звездочки добраться. Ну, мне бы так хотелось. А уж как там получится. Если нам будут давать 15-19 и тому подобное, то, в принципе, все будет у нас даже очень круто. Поехали. Рафаэля мы ставим сразу, наверное, в провокацию. Да? Я сразу беру его в провокацию, ставлю, чтобы... Если вдруг противник захочет нас ударить, чтобы он начинал именно с Рафаэля, и Рафаэля, соответственно, на контратаке их бомбил всех. Вот это ты зря, парень, сделал. Просто зря. Так, Лео усиливает команду. Толстяк решил хильнуть. Ну, как ты видишь, у них запрет на хил был, по крайней мере, у двоих вот этих крайних. У Криса Брэдфорда и у Донателла. До свидания, Дони. Так, минус Лео. Ну и вот так вот. Все, ребят, по красоте. Я вот не знаю, что мне сделать для того, чтобы ребята разрешили комментировать видосики. Я, наверное, что-то буду вставлять в середину, извини меня. Я не знаю, как какой-то взрослый контент нужно влепить, чтобы... проходило. Мне уже надоело вот это вот, что вы не можете даже мне ничего написать в комментах. Приходится вам постоянно в других роликах это делать, от других игр. Ну так не годится же. Вот что придумать, не знаю. Он вот как засунул ее в детский контент, и все, ребят. И никак он оттуда ее не хочет вывозить. Так, ну что, давай попробуем, наверное, сделать вот так. Плюс ультразвук. Бросим, наверное, вот так. Подожди секунду. Ну что ты лезешь-то? Ну что ты лезешь? Так, минус. Да ты, муха ты, а? Ну посмотри на нее. Вот постоянно лезет. Шайба-бомбочка. Нормально. У нас кто-нибудь тут сильный? Нет у нас тут сильных. Ха, он промахнулся, прикинь, по Кирби не попал. Ты не попал по Кирби. Зато мы по нему попали, плюс еще повесили на него постепенный урон. Ты посмотри, 56 уровень моих бойцов. Мы их просто... бомбим по 3 часа. Я в шоке. Эйприл вообще не нанесла по нему урон. 6 уровней разница, мы не нанесли по нему урона. Поэтому я еще раз вам говорю, друзья, на равных делать нечего. Тут всегда надо брать наших бойцов, чтобы они были с преимуществом как минимум, наверное, 15-20 уровней. Только в этом случае ты будешь их хорошо разбирать. Иначе ты будешь отдупляться. Поэтому давай, наверное, сделаем вот так вот. Возьму карачку здесь для... подстраховки. Кунаями сейчас бросим. Нормально. Так, теперь вырубаем Дони. Ну давай. Ну хотя бы оглушил, уже неплохо. Блокировка не сработала, молодец, Хан. Минус Шреддер. Минус Сплинтер. Ну куда ты, куда ты, куда ты, куда ты? Ай-яй-яй-яй-яй. Так, вырубаем, наверное, здесь. Морозильная кошка у меня в опасности. Все. Ей повезло, нам повезло вообще, ребята, что у нас Хан. У него, да, инициатива, конечно, колоссальная. Зашкаливает, он, по-моему, даже карайку переплевывает по инициативке. Ну, а мы двигаемся дальше, и у нас тут... Давай-ка вот этих, наверное, возьмем. Я беру Макмана, сразу же соточку. И... вот этих вот четырех наших бойцов. Мы заодно с тобой продвигаемся, как бы, да, и отыгрываем слабых. Ну-ка, положит он сразу сплюхи. Конечно. Конечно, положил. С одной плюшки всех сразу же баньки отправили. 72 место. 72 место. Почему-то очень медленное продвижение идет. Так, я беру Бакстера. Да что такое в горле что-то застряло, ё-моё.
какой-то, знаешь, как вот комок. Его не откашляйте, он мешает мне говорить. Так, сейчас мы Бакстером попробуем сразу завалить их. О, да. Так и надо им, чтобы знали свое место. Ну, а мы двигаемся дальше. Сёгун, три звезды мне нужно взять. А лучше вообще Лигу Мастеров как-то покорить. Возьмем Леонардо. Раз, два, три, четыре. Так, ребят, насчет сегодня не знаю, но факт то, что снята у нас серия на Ведроголового для второго канала, так что, наверное, завтра уже она будет там лежать. Как говорится, заходите и смотрите. Открылась там новая локация, ну, в общем, все увидите. Так, и мы переходим на 29 место. 15-20, тогда возьмем Майки и, наверное, Донателло. Пускай они здесь вдвоем поработают. Я не знаю, даже, наверное, не стоит тут делать уклоняшку. Сразу будем бомбить. Это будет Хан в первую очередь. Так, Донни кого-нибудь уложит. Кого-нибудь. Почти всех и уложил. Ксивермонтс. Вы пендрежник, да? Кстати, Ксивермонтс чем-то похож на Бакстера Стокмана. По лицу. Такой же кучерявый, да? Такой же смазливый. Так, ну что, давай возьмем, наверное, 15-20. Тут можно взять, в принципе, Зека будет достаточно. А мы уже приближаемся к 60 уровням. Так что все будет окей. Ну что, бросай свою бомбочку. Угу, прекрасно. В минус. Да ладно. Тынь-тынь, готов. Просто двумя сосисками ушатал. Ну вот и Лига Сёгунов. Две звездочки у нас взята. Так, 15-20. А если я 15-21 попрошу у вас, дадите мне или нет? Не хотят они мне давать. Ладно, давай возьмем тогда Армагона здесь. Раз, два, три, четыре. Армагон сейчас одной плюхи просто тих, и все. И братцы лягут баньки. Верно? Проверка. Проверка на вшивость. Ну, о чем я тебе говорил? О чем я тебе и говорил. Смотрим. Так, 60-е. Угу, 64-е. Нам нужно 15-21. Но... Или 16-21. Ну, тут одно из двух. Фиг получше называется. О, есть. Увидел. Раз, два, три, четыре. Кстати, 50... Уже 61-й, ребята, у них уровень. А мы все еще там 54-й, 56-й разыгрываем. Ну, давай, Усаги, жги. Как ты можешь, как ты умеешь. Угу. Минус. Падай давай. Упс. Начинается. А, и как сделать-то? Он ведь не добьет, ребят. 61-й. Он не добьет. У Саги слишком... А это что у нас? Снимает все отрицательные эффекты. Да фиг ли твои все отрицательные эффекты. Сейчас мутагеноиды потеряем. Подхалим, а? Блин, как вот этот меня бесит. Просто раздражает. Просто взял пух. И все хп у него отнял. Да. Опять же было мое упущение. Ну я, ребята, честно говоря, думал, что Усаги сможет всех рубануть с одной плюхи. А, видишь, не получилось, ничего подобного не вышло. То есть мой план не сработал. Вот так вот. Ну давай, кожеголовый. Да и тот уже, ребят, не справился. 62 уровень он подбить не смог. Вот что хочешь ты с этим теперь, то и делай. Ну, грубо говоря, еще два поединка.
Еще два поединка. Ну, тут можно взять одного Кренга. Да и, в принципе, 70 уровень мы уже перешли, так что шансов у противника вообще нету. Сейчас будем расколбашивать. Ну, в первую очередь, конечно же, будет Кренг ходить. Давай, вжаривай. Отлично. А эти даже ничего не успели сделать. Не досталось им хода. Так, 12-я. 7-я даже. 16-21. Я возьму, наверное, здесь слэша плюс маузера. Раз, два, три. Слэш плюс маузер. Ну, по идее, мы должны все равно ходить первыми. Логично. Так, маузер давай. Нокаутируй-ка их, пожалуйста. Красавцы. Просто, ребята, красавцы. Действительно, в них мощь очень сильная. Но мы на них очень долго копили, чтобы их прокачать. Ну, а вот и Лига Сегунов 3 звезды, как я говорил. До Лиги Мастеров, конечно, мы опять с тобой не сможем добраться. Нам не хватит бойцов. Да и откатов бы тоже не хватило, если бы я даже делал их. 10 откатов — всего лишь 5 боев. Они здесь нам ничего не зарешают. Поэтому будем играть тем, что у нас есть. Прекрасно. Давай. Крысиный король. Просто 200 я отправил. Они загрызли их. Так, какая там? 72-я. И последний, по-моему, у нас поединок сейчас будет. Раз, два, три, четыре, пять. Ну, сплинтер у нас, как говорится, сегодня не отыграет. Это не обязательно даже. Так, бомбанем. Крик. Замедляха на всех сработала. И, несмотря на замедляху, Майки все равно, ребята, вырывается и начинает вот свои танцы с бубном. Давай ракеты. Отлично. И добивка. По красоте. Тут очень даже неплохо сработало. То есть железноголовый бомбанул. Так, ну давай, 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 прогружайся. А то может, ребята, и вылететь. Такое практикуется в играх. Ну вот у нас 54-я позиция. Я думаю, что мы сможем теперь. Да, вполне. Опа, опа, опачки. Как тебе такой расклад? Друзья, и вот у него ярость в перьях. Голубь Пит причудливо пляшет, хлопая руками, поднимая пыль. Получите незаметность на один ход. Увеличит вероятность уклонения всех союзников на 30%. Я считаю, что это неплохо. 30%, конечно, не так много. 50 было бы уже более-менее, но он может повесить уклонение. Так, и поднять уровень персонажа. Ну, кому там можно поднять уровень? Ну, давай здесь. Вот так вот. Все, забираем здесь наши награды. И смотрим, что у нас тут еще осталось. Мутаген. Ну, ребята, я не знаю. Тут 300, 600. Не, мутаген я не буду сейчас набивать. Все, ребята. Больше нам пока здесь делать нечего. Я буду закругляться. Всем удачи и до новых скорых видосиков.